Что ж, приветствуем всех на матче Natus Windsor против Mouse Sports. Игроки уже на сервере, и мы ожидаем сейчас, в принципе, начала самой встречи. Матч начнется через несколько минут, и на серваке уже 5 на 5. Na'Vi бегают, развлекаются. Также бегают, развлекаются с ними немцы из Mouse Sports. Ну, немцев там на самом деле не особо много, и сразу давайте обратим внимание на составы. Natus Windsor, Zev, Starix, Edward, Seize, Tyslovak, Guardian. А вот Mouse Sports выглядят интересными. Tepsen, представитель Германии, Кэдиан, датчанин, Тизиан, немец, Крис Джей, голландец и Легия, серб. Вот это набор просто. Интернациональная командочка собралась в Mouse Sports, но парни нашли общий язык. Кстати, при том... довольно-таки... Да. Показывает неплохие результаты. Я бы даже сказал, что очень хорошие. Ну вот из последнего, что мы можем вспомнить, друзья, для вас комментировал EMS One отборочный. И вы видели, насколько все-таки Маус хороши в действии против шведских коллективов. В частности, хотел сказать, насколько хорош Крис Джей. Ну да, насколько хорош Крис Джей, но не сдает каждый. Вот Кэдиан, в принципе... Тот самый датчанин, который не вызывал особого сил никого ни восхищения, ни ожидания, ничего, показал себя на все сто именно на тех отборочных. И расклад был очень-очень интересным. Этот чувак там набивал чуть ли не под 30 фрагов. Вот. На других онлайн-лигах, на самом деле, команда пока активно не играет, поэтому приводить их в пример кому-то для чего-то пока что смысла не имеет. Посмотрим, как сыграют свою дебютную встречу. Вообще, выбор был простой. Либо Train, либо Mirage. И пик был за Миражом. Ну, вот знаешь, что вот меня порадовало? Что первая карта, которая улетела в бан, это был Нюк. Да, ее да. вычеркнул Сережа Старикс. Вот с Na'Vi точно не захотели играть Нюк. И это уже хорошо, потому что вчера мы наиграли столько Нюков, что хватит на неделю вперед. Так, ну что ж, Гвардиан уже развлекается. Ждем сейчас ответа от Mouse Sports. Вообще, мы уже должны начать смотреть эту встречу. Мираж, в принципе, нас ожидает весьма интересный. Mouse Sports на нем играют, это их рабочая карта. А вот что касается Na'Vi, я боюсь себе представить, играют они ее или нет. Причины две. Первая, мы не знаем, играют или нет. А вторая проста. На отборочных они ее играли раза 3-4. И команды были в соперниках, мягко говоря, ну не команды, да? И, в общем-то, развал был на ура. Ну, сайдпик и начнется эта игра. Давайте смотреть, кому достанутся сейчас ножи. Вообще, я здесь ставлю 15-15. Мне кажется, Mouse Sports не отдадут здесь просто так эту карту. Я уже даже вот в этом матче, честно, вот для меня нет никакого фаворита. Боюсь предсказать что-то вообще нелепое. И вот просто буду наблюдать за этой встречей. Буду, конечно, переживать за наших парней, но болеть нам нельзя, поэтому будем... Да. Соблюдать нейтральную позицию. Болеть нельзя, но тебе это не мешает все равно. Ты тоже приболел. Чутка. Совсем чутка. Так, ну вот я не понимаю, что сейчас. Да, вроде должен был начаться найфраунд, и команды должны были определить стороны, но что-то пошло не так. Mouse Sports, походу, не готов. Ну, они троллят сейчас Крис Джей. Вообще, этот парень любитель на праках, например, сказать, давайте сделаем еще один рестарт, у меня респаун не тот. Мне кажется, он настоящий голландец. Ну, настоящий, он пошел делать дела перед... Делать да, дела, делать да. дела перед тем, как обыгрывать команду Na'Vi, что может быть лучше. Но на самом деле, скорее всего... Кстати, эта команда играет в Бундеслиге, и вполне себе вероятно, они все находятся на территории ФРГ, так что... можно вообще по пингу посмотреть, я думаю, это будет полезно. Тизиан 13. Сервер немецкий, кстати, 13-28. Крис Джей нет, все-таки Крис Джей нету, но четверка, по-моему, находится сейчас в Германии. Ну, Na'Vi, как вы могли понять, находятся на ванне, тренируются, готовятся. У них полноценный буткемп, и пинг тому явное доказательство. Различный, кстати, пинг у Na'Vi на немецкий сервер. Ну да, 30-ка, это вообще супер, игра будет равная, по крайней мере, исходя из пинга. А вот насколько она равная будет по счету, мы сейчас с вами узнаем. Так, ну что ж, ждем ответа от Маус. Что они там вообще зазевали, что ли, или как? Так, Dota New World, что-то как там. Как дела, Старикс, пишет Легия. Ну вот, сейчас там, как сажа бела, вот так вот дела, отвечает Эдвард. Ну, нормально, веселятся ребята. Бусик Урас какой-то, Как Сума Туту. Как Сума Туту, Бите Вартен. Хорошо. Короче, ну, сейчас... Тапсона хоть научили хорошим словам. Хорошо это, действительно. На самом деле, знаешь, я тебе скажу секрет. Ты, возможно, не знал, но половина игроков вот из Германии... Русскоязычные. Они, да, они знают русский язык, еще и на нем и говорят. Вот это прикол. Я просто помню, как ты на чемпионате вообще Европы... На территории Германии проживает очень много, очень большой процент украино- и русскоязычного населения, поэтому да. Я ничем тут не удивлен. Итак, опять продолжают репортиться Сейзеда. Непонятно за что.
Бедняга. Маус Рэдди, Старикс Рэдди и все, наконец-то, рестарты. Ну что ж, сайдпик. Сайдпик, на, по-моему, будет на яме сейчас разыгран. Надеюсь, не пойдут в центр какие-то супер избранные индивидуумы, которые иногда любят это делать. И все будет более-менее четко. Так, смотрим. О. Вообще, наверное, конечно, здесь защитку начать было неплохо, но я уже боюсь. Так, Легия побежал, все. И декои, 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 декои. Давайте смотреть, кому же сейчас здесь достанется. Так, ну вот как раз-таки Легия отличается и бежит в центр. Но, походу, у них очная встреча с Гвардианом. Ну да, они там пусть сами разбираются, а здесь замес начинается в пользу Нави. Зев со Стариксом урабатывают капитана. Голландского капитана. Маус дают ответку. Легия там Легия разрезал Ковача. Разрезал Ковача вообще. Просто пух и прах его стер, и Mouseports будут выбирать сторону. Итак, что же это будет? Это будет свап, и Моуза начинают за дефенс. Да, да, понятно, что не захотят они играть в атаку. За атаку. Ну, в общем-то, Mouseports мы видели на этой карте. Видели, знаем, что могут они за вторую, за первую сторону. Что, вот мне интересно, какую они модель защиты выберут. Мне кажется, что Крис Джей не будет бегать в центр, а оставаться на делпане. А вот Легия будет играть роль агрессивного. А вы писта, а первую пистолетку они могут отыграть вообще вчетвером под Б. Так, ну втроем. Смотрим, что же будет делать Нави. Да, это будет какой-то, по-моему, быстренький раунд от рожденных побеждать. Смотри, Маус поджимают мид, сразу же берут на инфу главочку. И Крис Джейс прикрывает Тепсона, который в этот момент аркадит под Б. Нави играют слоуплеем. И нет, даже не подозревают сейчас о том, что сыграли Mouseports в своей схеме, по своей связке. Единственное, что их должно волновать, чтобы Тизиан был один на Б. Да, все, побежал арка на Б плент. Итак, Эдди пытается кого-то выцелить в окне, пока не получается. Итак. А Тизиан там ноги в руки вперед перестроился. Легия минус Зевс. Вот сейчас ошибка на ошибке может быть у Нави, если они... Ну, они не поняли, короче, просто как немцы играют в пистолетки и не ожидают сейчас вот такого агрессивного выпада. Второй минус забирает Эдварда. Гвардиан в зигзаге. Есть минус. Так, Ковач своих в упоре не проигрывает. 3 в 3 ситуация. У Старикса спина. Ну, Ковач красавчик. Просто раскидывает. Раскидывает команду. И ну, знаешь, Старикс последний минус. В какой-то момент показалось, что Нави остались 3 в 5. Не показалось, а так действительно было. Ну, Mouseports рассчитывали, мне кажется, в пистолетном на реальную агрессию на медле. И то, что на стрельбе будет решаться весь расклад. То, что они, конечно, были в преимуществе на Б и могли замкнуть команду Нави прямо на точке, это хорошо, но у них не было ни одной флешки. И ни одной гранаты. Кинуть нечего, соответственно, сиди и жуй свинец своим хедшотом. Так, пистолетный раунд в атаке — это очень-очень хорошо. Хорошо, конечно же, для команды Нави. Что сейчас Гвардиан сделал? На ноге просто, привет. Попал. Одну пулю. Как мы уже привыкли говорить, один патрон, один головошот. Так, размены зига, и сейчас будет минус Эдвард. Так, пачка а вот падает. Это уже интересно. Тизиан и Кади забирают двоих игроков команды Нави. Красным остается Старикс и Зевс. Но Нави вот делают два минуса в ответ. Оп, сейзет. Сик. Просто сик в спине загрыз Тизиана. Обломали Старикса. Но не беда. Два в одного можно здесь разыграть на бомбе. И Маус, да, получится. Смотри, Нави знают, где находится последний игрок. Постараются поставить бомбу на Б-планте. И так. Как сейчас сыграет Легия, мне интересно. Он знает то, что, скорее всего, один есть. Один есть в да, лифтах. Вот, проверит ли Зевса до конца. Да, чекает Зевса. Данил. Мансур. Чудом выживает Даня. Ну, Даня будет уходить, пытается Даня, уйти. Как же долго Мансур убивает Легию. Просто по жести полез за калашом, но уже не запрыгнуть. Все, беда. Пистолет хотя бы забрал. 2-0. Начало хорошее для Нави. Да, но все равно непростой коран получился для рожденных побеждать. Потеряли 3 девайса. Могли даже, были на грани отданного экраунда, но все-таки смогли додавить немцев и немцев, блин, там же всего 2. Ну да, там всего 2 немца, но мы будем называть немцами, условно, все-таки клуб немецкий находится в Германии, да, поэтому. Тут же даже не просто команда, это на самом деле киберспортивный клуб, очень хорошая, одна из мощнейших организаций. Так, ну вот Зевс разобрался сейчас за казнь публичную Сейзада, и русский брат был отомщен. Так, Риджей, 2 минуса в ответ будет, нет, только один. Тапсон пытается перекрестным выйти, хорошо попадает. Ну опять-таки же, посмотри, на ровном месте у Нави начинаются проблемки. Гвардиан и Зевс вдвоем против Тапсона и Кади. Ну сейчас играет датчанин, если бы, конечно, повезло с минусом. Зевс в итоге разбирается в этом раунде с 4 игроками защиты. Теряют, конечно, Нави троих, но ничего с этим не поделать, 3-0. По крайней мере, бомба ставилась, есть экономика более-менее комфортная. Ну вот очень плохо, что потеряли в очередной раз троих игроков, проиграв вот сейчас закупку команды Mouseports. Нави остаются без денег и будут вынуждены сливать. А пока комьюнити предлагает называть Сейза Десизом, Зевса Серым. По-братски. По-братски.
Так, ну что ж, 2 ВП в арсенале команды Mousesports. Криджей и Кади вот так вот так, решили сыграть. Смотри, смотри, Тапсон топает на центре, даже не топает. Он уже вот видит этот дым, понимает то, что там два чувака в любом случае стоят, раскуриваются, надо с ними что-то сделать. И в итоге, опа, чувак, ты куда лезешь? Не мешай нам, мы тут вдвоем никому не мешаем. Что, Тапсон должны уже не отпустить, залетает гранатка, и есть первый минус от команды Na'Vi. Ну, Криджей зато вот это сейчас будет просто мастер-класс весла. Нет, ушел, ушел, покинул мидл Криджей. Не будет нас радовать еще серии восхитительных фрагов. Ждет подвал, с подвала пусто. Mousesports немножко в замешательстве, но Тизиан дает инфу, то, что в доме стреляют. Под Б выхода нету, с подвала нету. Значит, это либо либо думают. Так, вот. Ну и посмотри. Даню одного отправляют на апплент, на разведку, дабы ввести в заблуждение команду Mousesports. И вот Даня как раз-таки начинает свои активные действия. Ну, прочекает еще Легию. Да, уверенно забирает Легию. Ну, вот этот датчанин сейчас всю команду Na'Vi обрадует, скорее всего, на Б. Вот его ВП, на самом деле, да, чуть вот не хуже, чем у Криджея, поэтому... Если не прилетит дым в окно от команды Na'Vi, то это будет минус от Кади. Да, есть первый минус, забирает Сейза, да. Дымок в окно. Ну, посмотри, как агрессивно действует датчанин. Врывается в плент. Тизиан минус Тарикс. Ну, и этот раунд, скорее всего, возьмут игроки команды Mousesports. Слышит Эдварда. Нет, тут просто если Эдвард сейчас не закрепляется в точке, то это минус раунд. Ну вот если Эдвард сейчас развалит, то тогда будет, конечно же, без шансов. Но пока этому ничего не способствует. И Кади, второй минус ВП, Тизиан. Начекал Зевса, и 3 в 1, нет времени. Они удадут ли за сейви девайс или нет. Да, Даня на прощание забирает, ну, Тизиан. Ага, сейчас. Кади его просто казнит. Но это ВП очень грубое вот от датчанина. Я на самом деле тоже думал сначала, что это за хрен с горы Кади такой, зачем они его взяли. Ну, думаю, знаешь, вот Мясбенд как там раньше собирался у немцев постоянно, всякие там и Трепсон там был, и Тизиан, и вот этот еще чувак, который постоянно агрился, как же его я забыл. Сурсерш этот, здоровый такой. Блин, я даже... Который всех, короче, крыл и всех мамок любил, я забыл, как его зовут. Короче, противный какой-то чувак. Ну да, да, уже. Да, но он играл он неплохо, нормально, да. Я думал, это очередной Мясбенд, но вот как я посмотрел на отборочных на АВП Кади, у меня вообще все сомнения ушли в никуда. Парень, несомненно, стоящий и будет, наверное... Но он еще даже до конца, по-моему, не реализовал весь свой потенциал и покажет себя вот как раз с матча на матч. Так, сейчас будут Легию просто публично насиловать. Да, дождались поджимающего от команды Mousesports, и Na'Vi забирают Легию в респауне. Это ТРС, иди отсюда, серд, говорят сейчас парни. Ну, знаешь, беда в чем? То, что вот два АВП контролируют два плента, Криджей контролирует А, Кади взял на себя полностью контроль Б, и, собственно, это не позволит Na'Vi спокойно выйти на Эко хоть куда-то. Так, ну, то, что бомба на респе еще дает какую-то интригу сейчас вот за Na'Vi. Ну, давайте смотреть, Эдварда подсаживают в дом, падает смог. Эдвард ловит здесь тайминг, да, будет лезть так, на Б. Ну смотри, Эдвард принимает очень-очень даже неплохое решение. Будет заходить на Б, и если он там заберет Кади, я должен забирать его без шансов. Тизиан минус Гвардиан играет сейчас звено с парапета у немцев. Эдвард идет на него и не знает то, что Кади стоит, ждет до контакта. А, не заметил Кади. Ну, забирает зигзаги Тизиана. А, он заметил. Посмотри, они не идут. Чувак, он не знает, что на Б Кади. Вот смотри, вот. Он даже не подозревает, что ВП стоит за тачкой. И будет ли минус от Кади? Да, забирает Эдварда в спину. Ну вот Кади здесь уже просто не от... Ого, Сейзет наказал. 2 секунды, все, это сыграли, называется. Ну, сейф ВП от Сейзда тоже как вариант, в принципе, развития событий на следующий раунд. Да, раунд получился не совсем однозначный. Выбили 3 девайса из команды Mousesports. Забрали АВП, дадут его однозначно Ковачу. А вот мне кажется, если бы Эдвард увидел, все было бы ой-ой-ой, как печально для кое-кого. Что-то произошло. The money is bugged. Вау, какой-то кипиш происходит в чате. Не update LOL when you sell safe. Это типа денег, что ли, не дало Сейзу? Короче, что-то понял. Произошло. Видимо, да, ему не дало денег, у него 1900, слышь. Он отдал АВП, у него 1900 осталось, и калаш у него гвардия. Они поменялись девайсами. Ну вот на самом деле так было всегда в 1.6. Но когда... это баг. Сейчас вот такого не было в гол. Так, за матч, сет, то пауза. Ну будет пауза, будут, наверное, разбираться, я не знаю, или что. А может, они просто панику какую-то наводят. Ладно, матч на паузе в любом случае уже со следующего раунда. Вот Mousesports сейчас попробует 3 в 3 ситуацию что-то как-то... там вообще неладное происходит. Криджей какую-то написал. We got 2 round in a row. 28 when we... Что? Короче, что-то надо разбираться. Ну, панда уже, по-моему, как я смотрю, там решает эту проблему. И нам сейчас будет известна информация. Да, говорят, что конфиг какой-то не тот, но не знаю. Тем временем, выход от Na'Vi на плент.
Легия! Скосил просто из Сейза до Ковача. Жесть. Ну, пауза при счете 3-3, друзья. Сейчас будем узнавать все-таки, кто виноват, кто прав. И жду первую информацию от Панды, который вот-вот нам расскажет, в чем же там соль. Так, ну... Вот пока тишина. Надо почитать, что там в апдейте вышло интересного. Сейзет пишет, что все отлично, и это новый апдейт. И конфиг такой, как и был, такой остается. В общем, у немцев, по-моему... Бомбит у немцев. Бомбит у немцев или... Бомбит у немцев или там проблема какая-то была? А что именно происходит? Да, как-то перес... За победу дается 2,8. Какая-то, ну, да. Какая-то вообще... Раньше давали 3,400 или 3,500, если не ошибаюсь. Ну, короче, Valve с очередным апдейтом подкинули какую-то дешевку, зато покупаете операцию Браво, и Gabe Newell будет еще больше вообще через непонятно, месяц. Непонятно, зачем они вот прорабатывают экономику, которая и так была вот на протяжении долгого времени просто идеальной. Скорее всего, из-за того, что будет добавляться новые сеты оружия уже, да, в скором времени. Да, новые девайсы, мне кажется, появятся, и это как-то должно повлиять. Вот Легия, ёшкин что ёжик, а просто уничтожил. Ладно, давай смотреть за Словаком. Словак сейчас по-любому хоть одну пачку да поставит, я уверен. Не, ну было 3200, вот дало 2800. Конечно, странные немножко цифры. Понимаем мы немного обиду некоторых игроков, но что здесь поделать? Что здесь поделать, если мы ни при чем? Так, Гвардиан пойдет сейчас давить, он не знает, кстати. Один коннектор, один линк, это жесть. Но нет, линк играет, все, Тизиан забрал. Я думал, сейчас Ковач под эту флешку распишет красавчиков, но не вышло. Так, ну посмотри, у Нави вроде бы неплохие респауны, могут попробовать выйти на А. Ну, у Гвардии она самое главное есть весло, поэтому они особо сильно не волнуются. Но вот сколько же сможет Гвардиан тащить 1 в 3, 1 в 4 и сколько вообще будет это? Покажет готовиться, друзья, и только готовиться. Так, смотрим. Крижей. СВП, в кремычке. Опять-таки же попытка сыграть очень агрессивно. Забирает Эдварда. Зевс будет его разменивать. Ну, успевает скрыться. Крижей. Ну, конечно, после такого фрага лучше отойти. Но забрал Эдварда. Хотя минус аимщик тоже хорошо. Минус Зевс в коннекторе. Да, четко под флешечку подловили. Тапсон забирает капитана команды Нави. Старикс пытаясь выправить ситуацию. Ну вот пытался выйти с ямы, заметил коннектор, взорвал Тапсона уже. Хорошо, 4 в 3. Кстати, а что с капитанской позицией? Сейзет или Зевс? Зевс, Зеус. Зеус. Зеус делает все. Ну, вопросы в интернете все решает, конечно же, Старикс. А вот Хейди сейчас просто взял и закрыл всю команду Нави. Ну, короче, сыграли в этом раунде никак, можно сказать. Хотя только 3 в 2. Гвардиан может сейчас перестрелять, в принципе, опасного датчанина. И да, отстреливает датчанина, забирает бомбу, бежит бегом на Б. Нет, уходит обратно в дым, будет идти А. Крис Джей и Тизиан принимают решение растянуться. Крис Джей спешит на Б. Тизиан остается в коннекторе. Из-за дыма ему не прочекать удобно с удобной позиции Сейзда, поэтому пытается так, играть ну, на верочку. Сейзда заметил в коврах. Криджей очень долго бежал в зигзаг через респаун, и теперь опять-таки же будет выходить на план. Но Нави потеряли на... много времени, пока готовились к этой атаке. Ковач! Вот так вот. Ой-ой-ой. Дергает, дергает Криджей! Как стреляется ВП! Но опять-таки этот парень, как и Гвардиан, я уверен, с одной планеты, а может быть даже с одного района. 5-3. 5-3 между этими командами. Начало весьма интригующее. Мау Спортс пока дают о себе знать всесторонне. Начиная с Легии, заканчивая снайперскими винтовками. Ну и тактическая составляющая. В принципе, увидели, что в трех раундах уже мыши поджимали на Т-респауна. Вот сейчас ну будет... и опять-таки же поджим Медва в исполнении команды Мау Спортс. Тизиан и Легия вдвоем. Ковач все это дело контролирует, не попадает с АВП скорой попытки. Ну вот она, бомба долгожданная приходит к Тизиану. Ковач. Ну Тизиан просто сейчас играет на изоляцию, Ковач вряд ли здесь что-то сможет сделать. Приходит Леги, они уже вдвоем снова на медле, бомба контролится, это агрессивный контроль. Тем временем Сережа Старикс в одиночку вышел на пуэнт, забрал там Тапсона и взял под свой контроль А. Леги увидел проход на КТ-респаун, бомба по-прежнему на центре, и Маус сдерживают ее и одновременно обращает внимание на Старикса. Есть шансы, в принципе, застать врасплох, но вот оно, контр-решение, контратака от Маус Спортс. Тизиан врывается вместе с Кади, пытаясь раздать, Сейзит принимает, это просто сик фраги, и это 5-4. Действительно сик. Обманули дурака на 4 кулака. Ну, вот что бывает, когда вы видите бомбу и не хотите с ней расставаться, а вы за защиту? Да. Парни, идите в позиции, должны идите в позиции, не ломитесь. Должны были отдать эту бомбу Нави, но вот хотели взять ее под контроль, не отдать ее украинским игрокам, и, собственно, на этом и провалились. Но если бы не Старикс, то, мне кажется, герой раунда Старикс. Если бы не он, то ничего бы этого не произошло. Ну,
действительно внес панику в ряда команды MoSports, забрал на пленте. Кого же он забрал там, я вот не помню. Но сделал минус, и это было важно. MoSports занервничали, начали перетягиваться, и этим как раз-таки воспользовались рожденные побеждать. Сейчас был такой прием Кади жесткий на тайминге. Ну, по-моему, MoSports сейчас общаются на этом эко, у них укрепления не было. Была абсолютно дефолтная игра по своим позициям, и она к чему привела? К бомбе на Б она привела, в общем-то. Но ЦЗшки свои отдавать немцы не хотят, посмотрите, отсиживаются будут, наверное, до конца. Ну, Тизи, так, Легия в спине, Крижи тоже в ожидании. Флешки от атаки, Тизиан на винте, Легия уже шагает в спину, Старик все принимает с упора. Вот так вот. Ну, примерно так же упал Кэдиан, только Нави бежали все быстро на Б. Ну, как видим, Нави не спешат отдаваться, зачем им отдаваться, если они играют за атаку, поставили бомбу, и надо ее просто сдержать. Умирают вот один за другим. Вот по Тепсону сразу понятно, что он немец. Вообще, ну, никаких шансов на то, чтобы даже подойти постреляться. Он просто стоит. Он просто стоит и ждет. Практичный парень. Я просто подожду, отстрелю, может быть, зайдет. Но не тут-то было, не зашло. Так, вот хотел сказать, что у MoSports в этом раунде намечается игра без АВП. Но все-таки у Крижей откуда-то насобирались денежки на снайперскую винтовку. И будет в очередной раз терроризировать команду Na'Vi. Так, Крижей, перемычки. Чудом остается в живых. Один хп. Если залетит сюда граната, то будет беда. Он еще убивает, уходит с одним-то хп. Как Na'Vi допускает такую ошибку и не контролирует его выпад? Ну вот супер наглец, Крижей. Ну, думали, что парню терять нечего. Не, думали то, что попали, думали отойдет. Но он не отошел в этот момент. Да, Кади поджимает доп. Вен, сейзит. Вроде бы все это дело контролирует. И сейчас что-то здесь будет интересно. Сейчас здесь будет минус сейзит. Вот так вот. У Кади преимущество в позиции из-за угла, и Зевс остается 1 в 2 на лифтах. Идет на Б-плент, видит Кади, она ой-ой-ой, зря, как же зря, Данил. Но гранат все равно залетает, но не совсем туда, куда хотел Зевс. Так, ну и Легия уже заходит Зевсу в спину, если Зевс заберет Легию, нет. Нет, не будет здесь такого, слишком цепкие немцы, вот даете им возможность, даете им понюхать себя, и они сразу вас просто сожрают. 6-5. Но у Na'Vi 5, знаешь, это лучше, чем в игре там с поляками, когда они брали 3-4, потом не хватало во второй половине. Лучше, чем в игре с любой датской командой, когда у Na'Vi с ними были регулярные проблемы. Лучше, чем в игре с любой шведской командой, которая просто уже бы, наверное, 9 имела. А здесь мы пока видим очень даже равный матч. И вот кто же все-таки станет победителем и получит заведомые 3 очка? Мне кажется, сейчас Эдвард будет побеждать Аплент. Легия! Как же, как? Легия вышел на перекрестный. Ошибся Крижей. Вот видите, Крижей без АВП, как гидрайт без своих рук. Ошибся, это громко сказано. Успел Сережа Старикс поставить хэдшот, но АКМ и ФАМАС. Одна пуля забирает, а вторая наносит всего лишь 80 хп. А у Маус грубейшая ошибка в защите. Они не смотрят с долпана и не оставляют именно на тех позициях снайперов, где они должны быть. Лучше сыграть закрытый, по-моему, против атаки Na'Vi медленной. Почему не догадались до этого, не ясно, но можно было, можно было. Ну что, будет деф-бомба? Так, Колыч. Врываются в респаун, забирают Кади, Тизиан, моментальный размен. 1 в 2 ситуация, бомба довольно-таки быстро уже пикает, и у Тизина с каждой секундой все меньше и меньше времени. Эдвард, 1 на 1, бомба в дыму. А дым-то закончился, сладенький. Привет, говорит Эдвард. Еще и бомба взрывается, ну все, просто... Бомбануло, 6-6. 6-6, и MoSports вынуждены сливать. Итак, если все пойдет по плану команды Na'Vi, а это говорит о том, что они возьмут экономически от MoSports, то первая половина останется все-таки за украинской командой. Кади в окне. Против троих игроков Na'Vi в медле, ну, как видим, беспрепятственно уходит, не потеряв ни одного хп. Вау. На этот раз, кстати, MoSports оказались более экономными, поняв то, что на эко против Na'Vi тяжело. Решили просто не закупаться супердевайсами, и все осталось. Ну вот кроме Легии. Только Легия купил ЦЗ-шку, которую он отыграл в прошлом эко. Ну, стрельба на дальней дистанции, без шансов для немцев, конечно. А вот Сейзит сейчас заметил Кади. И Сейзит минус просто 20 пуль, но не, все-таки забрал тремя коронными. Посмотри, что сделали Na'Vi. Прошли по зигзагу, заняли по флэнд, но бомбу забыли в медле. Ну ничего. Ну, Сейзит уже идет сейчас делать. Вершить правосудие, да? Ну, то, что правосудие, небольшой камбэк с его стороны. Сейчас может даже зарежет Легию, не знаю, посмотрим. Легия, алло. Ой-ой-ой, но здесь уже все. Здесь на подходе Старикс, был шанс у Тепсона, но он им не воспользовался.
Счет становится 6-7, и Нави пока напрягают немцев изо всех сил. Как ты говоришь, реально был шанс у Сейза зарезать, но все-таки был он более практичен, просто убил СКМ, правда, моментально получил пулю в ответ. Итак, у Гриши опять-таки же АВП, и, наверное, давай посмотрим за ним. Этот парень чрезмерно агрессивен, и вот именно за счет его стрельбы со снайперской винтовки... Он на мид уже не пойдет, все, сейчас будет... Сейчас будет играть без агрессии. У него тиммейты в упоре на яме, если я не ошибаюсь. Мне кажется, на него просто надели ошейник, сказали, Криджей, стоп зе щит, хватит бегать, куда попало. Ну вот посмотрите примерно, какая ситуация выглядит. Над ямой три раскидывают, один сплитует, еще один на миде у Нави. Ну и очень близкий дефенс команды Moonsports. Легия будет принимать первый и сразу же на размен стоит тизер. Ну, вроде бы угадали, Муза, Легия, если он будет так, забирает Сейза, Гвардиан, размен. Тизер также дает размен, но все по одному. 3-2. 3-2, бомба на яме, Старик все забирает и уходит. В этот момент Эдвард уже делает притяг... Ну, Эдварда... Вот Эдварда самая глупая роль оказалась в этом раунде. Его нужно было использовать, по-моему, максимально эффективно в яме. Все-таки это очень агрессивный стрелок, очень четкий. Так, и посмотри, что происходит по позициям. Кэдди в перемычке, Крис Джей на респауне и Тапсон на пленте. Полностью отдают бэплент Моуспортс, и как раз-таки туда будут заходить Нави. Или нет? Нави сейчас будут выходить Нави в Кэдди. Нави в перемычку идут, да. Тут просто есть смысл сыграть как-то развернуто, подсадиться. Ну, на хитрость попытаться взять немцев, а выходить на Б это просто тупо. Ну, Ай-яй-яй, Эдвард, это провал. Да, это провал. Но Кэдди не слышал, никто в окно не смотрит, Эдвард. Нет, Крис Джей все контролировал. Ай-яй-яй. Ну вот теперь уже точно. Крис Джей все контролировал. Сережа Старик, с 13 секунд и попытка выйти на бэкленд, но нет, там Крис Джей, попробуй через него пройти. Ну короче, 7-7, слушай, на волевых заканчивается половина, будет 8-7, всю пользу уже не важно, но такой счет весьма неординарный. Ну, наверное, последний раунд очень плохой бай. Можно даже сказать, что это форс бай, 2 пистолета, 2 АКМ и 1 Галил. Ну, если немцы проявят изобретательность в атаке, то могут, в принципе, взять. Тут сейчас реально решает, какая атака у них. Нави свою показали. Так, и очередной поджим от команды Moonsports. На этот раз два игрока будут врываться в темную. Вау. Легия и Тизиан. Вот такой вот комплект будет. Проверять напротив Бэплэнд, где забирают Тизиан. А как же развалились Moonsports. В итоге подарили два девайса двум игрокам, которые были на ЦЗшках. Ну и теперь уже все плохо у немцев. Тут можно, тут либо беги, либо пиши пропало. Потому что двоих потеряли сходу. Почему без суппорта Аркадия непонятно? Где был номер 4? Почему Кади не пошел с ними? Не, ну если бы он с ними пошел, с другой стороны, да, это было бы 3 фрага. Они синхронно поджимали. Вот Кади зажимал с бэплента, и два игрока поднимались в туннеле, было бы круто. Ну, короче, пока его тиммейты поджимали, у Кади поджимало. Поджимало и бомбило. И бомбило, и он не смог ничего сделать. Ну, огонь в Зевса, это уже не вариант. Крис Джей подвоил Старик в коврах. Зевс, тем временем, попытка выйти на бэплент, пресекается Кади. И уже равная ситуация. А посмотри, Нави, куда идут. Они идут давить Кади, а тут огонь, горит Гвардиан. Кади не услышал упавшего Эдварда за тачку. И команда Нави занимает в последнем раунде первой половины бэплэнд и постарается его сдержать. Сухарев не сдаться здесь до последнего, это понятно. Позиции просто изумительные. Вот проиграть их будет, наверное, искусством. Крис Джей ошибается в стрельбе с ВП. Эдвард наказывает Сейза дом 7-8. Все-таки в пользу Нави первая половина. Ну, мощно сыграли парни. Мощно и ровно, я бы так даже сказал. Ну что ж, вторая половина матча Na'Vi против команды Moonsports. Первая 8-7. Напряженно пока что идут. По позициям команды Moonsports можно сделать вывод, что парни идут на Upland, в котором находится... Ой, как много игроков от Na'Vi. Но это будет вторая волна атаки, первая раскидка и... Старикс вот первую секунду думал шашлык достать или подождать. Так, ну в итоге Старикса пытались сейчас застать врасплох, дальняя дистанция не сработала, а вот в упоре ошиблось два игрока и на 3-2 размениваются. Кэдди. Ну, сейчас был Кэдди, падает от Эдварда, ну и Тизиан. Один против троих, бомба не стоит и просто должны Нави сейчас задавить оставшегося игрока команды Moonsports. Ну это уж он вообще побожить решил, вот я не про Тизиана, про Кэддиана. Непонятно, почему этот чувак открылся, не спрятался и вообще побежал куда-то. К
Короче, бесплатный раунд для Нави сейчас только что был. Мал спорс без чека, без всего, просто вышли. И что-то мне подсказывает, что помимо не готового пистолетного раунда, у этих парней не готово. На самом деле был очень много даже чего. Готовый раунд. Была первая волна раскидки, после которой немцы не вышли, продолжали сдерживать свои позиции. После чего раскидали второй раз, вышли, вроде бы все уверенно, но Сережа Старик был просто неподражаем. Два отличных минуса и дальше пошли. Самое главное, кого он старался убить, он не убил, а кого не старался, просто попадал, просто попадал спокойно ваншотами. Итак, экономически от команды MoSports. Что, давай посмотрим. Нет, сильно не закупались, только Тапсон купил тяжелый армор, все остальные... На ЦЗшках, да, ЦЗшки, да, ЦЗ-шки P250. Все легко, без арморчиков. Ну, разноплановый такой раунд. Вот, о чем я говорил. Вот она, позиция на Делпане. Вот, все, что нужно на апленте, это иметь чувака здесь. Все, больше ни хрена никого не надо. Один человек здесь спокойно контрит все там. А если он с АВП, как Крис-Джей, то вообще аплент можно оставлять спокойно на один авик. Две позиции кроются одним снайпером. Все, играть уверенно центр. Вот этого MoSports не делали. Так, Старикс. Ну вот как раз таки Старикс забирает Кэдди, минусует Легию и дальше просто рассыпаются MoSports. При этом, правда, Тизиан забирает двоих. Но он еще знает то, что на Парыча его пытались поджать. Пытает удачу, но тут понятно то, что со всех сторон и сделать вряд ли что-то получится. 10-7. Нави впереди на 3 очка. Для MoSports это проблема. Нави уходят в отрыв, я бы так сказал. Ну, в отрыв они, я думаю, уйдут после призового места наготовиться. А вот пока что по счету чуть-чуть, да, чуть-чуть оторвались. Но этого мало. Этого, конечно же, мало. Но мне уже просто кажется, что, знаешь, вот по игре, по самой уже заметно, что Нави переломили. Переломили немцев, переломили Крис-Джея. Показали еще и пистолеточку уверенную, что, в принципе, Маус должно ставить в тупик. Знаешь, уже вот окончательные выводы по поводу этого матча мы можем делать после первого оружейного от команды MoSports. Ну вот да, там станет... Тогда мы уже четко будем понимать, что будет происходить дальше. Или MoSports будут станет... бороться, или Na'Vi без шансов будут принимать. Там станет понятно, возьмут ли немцы 10. Вот самая главная задача сегодняшнего дня – это угадывать, возьмет ли команда аутсайдер матча по там, не знаю, коэффициентам, возьмет ли 10. Вот Майам старались. Взяли, кстати. Взяли, молодцы. И вот посмотрим, как будет MoSports. Но пока мне их Мираж не кажется сверхуверенным, сверхчетким. Ну да, слишком много ошибок допускали в первой половине, а именно за сторону дефенса, в которой надо набирать как можно больше раундов. Отдали Na'Vi 8 в атаке. И это очень-очень много. По стараниям тоже немножко сдали. Вот последние раунды первой половины доигрывались уже на какой-то... Как-то... Вот знаете, одно у меня есть в голове, одно слово крутится. Тухленько. Тухленько. Можно было поживее. Смотри, что происходит на бэплэнд. Вроде бы пойдут к Сейзеду. Ну, Сейзед просто вот хочет так, пулю в голову, Денис походу. Поспешил отдать свою начальную позицию, но дальше вроде бы все спокойно. Забирая двоих. Есть минус третий игрок команды MoSports, ну и дальше все по сценарию. Ну и 11-7. Вот так вот. Великолепно, невероятно. Просто от винта работает Na'Vi. И все просто супер. Скажи хоть что-нибудь. На, скажи что-нибудь. В студию к нам ворвался очень... Друзья, очень я скоро вернусь. Я скоро вернусь, черт возьми. Ну, комментарии излишни. Так, ну а мы продолжаем смотреть эту встречу. Наконец-то байраунд от команды MoSports. И опять-таки же 2 АВП в арсенале команды Маус. Первым же оружейным. Крис-Джей и Кадди. Без изменений. Все те же парни используют снайперские винтовки. Ну и смотрим. Кэдди промах в яме. Старикс без шансов забирает первого снайпера Маузов. Слушай, Крис-Джей, по-моему, столбняк на позиции. Он так боится сейчас выходить в дым. Зато не боялся Кадди, вышел просто в одиночку из ямы, пытался подловить Старикса, но это Сережа все дело контролировал. Это больше напоминает игры в одинокого ковбоя, больше, чем какую-то уверенную игру. Вот Крис-Джей начинает выбираться на плент. По-моему, сейчас от него может начать разворачиваться событие. А посмотри, куда прошел Сережа Старикс. Ох. Ну, Серега Старикс. Серега Старикс дает полную информацию своим тиммейтам. Парни, они... пода пусто, забейте на Крис-Джея, я... идите, принимайте Б-плент, они все на Б, ребят. Вот такие дела. Да, вот такие дела. Но Крис-Джей уже сделал минус Ковач и продолжает терроризировать А-плент. Если заберет Зевса, то у Na'Vi будут проблемы. И перетяжка, пошла перетяжка. Посмотри, Старикс остается на позиции. Слышит респ. Сережа Старикс забирает Таптона. Ай-яй-яй, забирает бомб кэрри. И все, бомбы нет, ничего нет. Остается Легия. Последние 20 секунд. 1 в 4. Вот видишь, опять то же самое. Вот у Майам, например, с АБ был такой прикол на Инферно. Здесь MoSports тоже как-то
непонятное решение принимают. Вроде бы можно выйти на Б, но это будет неправильно, потому что Старикс поджал. Но с другой стороны, возвращаясь обратно, они даже не подумали о том, что он мог зайти в яму. Они просто за что боролись, на то и напоролись. Что это за утка вообще? И почему у нее порвано пузо? Ну, ее принес Тафф, а мне кажется, в ней что-то... Плавает, да. В ней что-то плавает, ладно. 7-12. Ну, видите, разницу в раундах, это целых 5. Ну, и 20-й раунд, вторая половина у Mousesport Second, и будут брать 13-й. Но если немецкий коллектив... Опачки! Опачки, вот так открытие. Кади забирает Зевса на пленте. Перестрелка со Стариксом пока ничем интересным не закончилась, но Сережа действует пока уверенно. Так, ну я жду каких-то приколов от Mousesport сейчас просто такого фрага. Ой-ой-ой, Старикс, а второй-то, да-да-да, он там, чувак, и Гвардиан по ним промазал. Легия просто... Попал, но попал по расстрелам, на самом деле. Легия фантастически живучий жук, на самом деле. 13-7. 6 раундов разницы. Mousesport дела все хуже и хуже, закупаются. Теперь уже вынуждены бай, и этот бай они будут вынуждены просто либо брать, либо это будет... Либо это будет просто прощай, ребята. Экономика, кстати, может подвести парней. Нет, на самом деле, уже им будет хватать практически на каждый раунд. Проигрывают сколько раундов? 5 раундов подряд проиграли Mousesport в атаке, так что с деньгами должно быть все окей. Конечно же, если не покупать АВП. Так, смотрим дымы, даются дымы на коннектор. Ох, за лицо, но очень отличный был сейчас блин кинут. И Легия может затаранить, просто затаранить. Кади ждет МП от Легии, выходит Легия. Падает. Лишенный Тизиан выбирается на Зевса. ВП к помощи лажает. И Тизиан разбирается еще и с ним. Добавок ко всему идет в окно, в окне. Сейзит наказывает. Эдвард прикрывает ковры. Оставляет красным Тайпсона. Но стрельба. Стрельба Тайпсона просто не оставляет желать лучшего и давит Эдварда. Сейзит. Все или ничего. 1-3. Ну тут понятно, что проиграли все размены Нави. При таком комфортном счете чувствует себя нормально. И вот так вот Тайпсон отправил Сейзита сальтом назад. Согнув коленки. 13-8. Маус готовы бороться. И Нави принимают контр-решение. Всем вообще раскладом. Пушка Зевса просто говорит сама за себя. Все, что нужно, это плетка, чтобы отжарить вас немножко. Ну, вот, честно, меня Mousesport удивляют. Опять-таки же, 2 АВП в вайнапе. Криджи и Кади. Ну вот как можно быть мобильными, когда у тебя 2 АВП в составе? Как можно быть, да, мобильными, когда у тебя 2 АВП на самом деле? Как можно открывать мидл против Гвардиана, когда у тебя один из лучших снайперов Европы? Вот, кстати, Гвардиан сейчас закрыл его, и это весьма эффективно. 3 в 2 с первых секунд. Вот пока полностью провалилась задумка команды Mousesport. Ковач забирает еще этап на ситуацию. 2 в 5. Кади и Тизиан. Вот видишь, ты считаешь задумка, а у меня в голове крутится другой момент. Была ли она вообще? Была ли она вообще, да, согласен. Нет, ну, судя по игре немцев... Была. Пытались агрессивно отстреливать. С ямы выходил один игрок, который в раунде отстреливал Сережу Старикса. Была точно такая же идея, но на этот раз там сплетка стоял Зевс, который просто без шансов наказал выходящего игрока. Ну, пока вот, судя по игре Mousesport, мне кажется, что их основная задумка — парни пробуем. Несмотря даже на тактические раскидки, шансов им пока не оставляют Нави. Вот позиции принимаются изи. Просто изи. Единственное, что может спросить, спасти Mousesport, это действительно быстрая, эффективная атака под раскидку. Слушай, я сейчас им скажу, я сейчас позвоню, скажу, что он в яме стоит. Делай, 90 секунд не успеешь. А, да, они уже его нашли, скорее всего. Ладно. Или нашли, или засейвил. Ну что же сделал Кади в этом раунде? Смотрим. Но 25 секунд стоять... Нави, кстати, не спешат никуда идти. Хотя нет, Старикс уже поджал с бэп-лента. Эдвард бегает по перемычке. Даня стоит по-прежнему, контролирует. Кади слишком поздно вышел из ямы, забрал все-таки Эдварда. Но тут как тут Старикс. Don't return swing. Старикс убивает, ВП падает, 14-8. Изи пизи лемон сквизи, говорит сейчас капитан команды Нави, а вот у Mousesport, по-моему, пора протереть, не знаю, пыль с окон и начать играть. Пока та команда, которая играла в отборочных на EMS, играет на 30%, на мой взгляд, от того, что может. Ну, карта, конечно, для них явно не подходящая, судя по тому, что за атаку уж совсем у них извилин не хватает, чтобы что-то придумать, да и изобретательности не проявляют ребята. Попытка дать какую-то гибкую игру заканчивается 100% чтением Нави за счет аркад. Особенно от Старикса. Вот так, сейчас намечается раскидка плента. Шанс сыграть контактный раунд и выиграть его. Старикс уходит прятаться. Будут отдавать точку. Да, форсбой команды Mousesport. 2 пистолета, АВП и 2 АКМ. Вот такой вот лайнап девайсов на этот раунд у Маузов. Легия забирает Ковача. Словак сделал всего лишь один минус с АВП, но не знаю, достаточно ли этого. Эдвард. Хей, Крис Джей, яма. Зевс. Ну вот. Что ж, 2 в 2 ситуация. Крис Джей не попадает в простой ситуации с АВП.
Сейзет на толпе, его Легия затормозил немного, и сейчас они будут играть очень сложную расклад. Смотри, что вообще происходит. Крейс Джей побежал на ковры с АВП. Ну вот, не знает, что будет оттуда выходить голландец и даже не спешат дефузить бомбу. Крейс Джей, если подводит первого, то у Нави будут проблемы. А бомба-то. О, Крейс Джей, это провал. Два промаха с АВП. Крейс Джей! 15-й раунд для команды Нави. 7 матч-поинтов, урожденных побеждают. Знаешь что, Крейс Джей на завтрак ест ежей, поэтому так попадает с АВП. Ну вот, последняя рифма и не сложилась, а так, в принципе, неплохо. Ну да, очень даже пора тебя отправлять на рэп-баттл. Сразу против, я там против любого, против Гуфа сразу. Я его зачитаю, я ему расскажу за жизнь. Так, ну посмотри, Крейс Джей не оставляет попыток использовать снайперские винтовки, на этот раз с мухобойкой. Попытка быстро открыть кого-то из ямы, интересно, мне заканчивается. Этот Тепсон что-то сейчас вообще напугал Зевса до полусмерти просто. Ну, в смысле, на 50 хп попал. Тепсон, ну давайте смотреть. Дает своему тиммейту флешку. Тиммейт белый, вообще отлично. Ну вот какой-то рандомный раунд получается. Даже. Ну попробуй пройти Гвардиана. Вот сейчас играет, если Кэдди, то не играет Кэдди, все. Крейс Джей бежит. Крейс Джей с мухой и с бомбой. Бежит в одиночку на Б. Есть тут в зигзаге. Воу, какой вау, тайминг. Сейзет зачекал его. Просто думает, что тот его тоже зачекал, но там тупо ставится бомба. Даже Крейс Джей сегодня очень не везет. Ему просто не везет тотально. Но это 16-й раунд, по-моему. Да, для команды Na'Vi изи победа. Первые очки в старт-серии после поражения от команды LDLC. Na'Vi зарабатывают 3 очка и будут бороться за падение в финал. Ну и 6-16, друзья. Знаете ли, вот очень-очень мощно. Ой, 16-8, извиняюсь. Так, сейчас, секунду. У нас небольшая терочка. Результаты матчей сегодняшнего игрового дня прямо сейчас перед вами на экранах. Так, кто там получил кейс? Тизя, ну, утешительный приз за такую игру. Ну и результаты сегодняшних матчей, друзья, 8 раундов, да, 5 не за ту команду поставилось. Что ж такое-то? Я просто уже с ума начинаю сходить по этой штуке, да. Вот так вот все наконец-то выглядит правильно. 16-10 Майами Гейминг проиграли Непам и Na'Vi. Na'Vi обыграли команду Мау со счетом 16-8. Такие вот результаты на сегодняшний игровой день, друзья. Ну что ж, всего 2 матча сегодня прошли, но зато какие, будет что посмотреть на YouTube. Я пока вам напомню, что все записи трансляции вы можете найти на нашем YouTube-канале youtube.com/kssltv. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте vk.com/kssltv. И мы увидимся с вами уже завтра на трансляциях матчей SLTV Star Series. Вот что касается завтрашнего игрового дня, то в 22:00 там пока висит матч, но его, скорее всего, не будет. И для вас я также еще прокомментирую Fnatic Лигу. Ну и матчи ASDL, DLC, естественно, завтра. Fnatic тоже, возможно, будут. А пока что все в предвкушении готовятся, ждем. Мы, кстати, ждем по-прежнему ответа от EMS. Разрешат ли нам стримить на русском языке вместе со Страйком, делать трансляцию для вас? Если разрешат, то это, несомненно, будет офигенским. Но вы можете побомбить в комментах где-то за то, чтобы, ну, чтобы видели, что не просто так люди стараются. Все, друзья. Всем спасибо, что были с нами. Увидимся завтра. Raise your hands up.